Привет, меня зовут Север. Ты наверняка заметил то, что ролики стали выходить намного реже. Да, это так. И это не потому, что мне лень, или потому что я играю с Виолариксом и ору всякую хуйню. Нет, нет, нет. Чтобы следующая серия вышла намного быстрее, чем могла бы быть, давайте соберем 35 лайков и 15 комментариев. Всем приятного просмотра. Еще нет. Я тень. Ну, короче, в этой серии приручим только грифоном, так как не впадло еще что-то делать. Может быть, еще гигантозавром, там под грифонкой бродит 20 уровня. В общем, посмотрим. Вообще, желания пилить ролики по Ark Mobile вообще нету, поэтому ролики, скорее всего, и выходят так редко. Поэтому давайте вы наберете какое-нибудь хорошее количество лайков, хорошее количество комментариев, и ролик выйдет через неделю, а не через две. Вот, да. Я нашел 110-го грифона. Сейчас его завести бы сюда по-хорошему. А то он тупой, блядь, через эти щели набьет. Так. Все. Сейчас будем настреливать. Там ведь, естественно, будем багом, как же иначе. 14 тысяч... Оглушение у парня, в принципе, можно набить. А про какой баг я сказал, если кто-то не в курсе? Да все просто, вы набиваете больше половины оглушения живкой, чтобы она начала убегать. Вы ложитесь спать, и когда вы достреливаете оглушение, у живки уже 0 голода. Это довольно-таки классно. Впрочем, сейчас усыплю и притамим. Короче, я купил 9 киблов аллозавра в шеф-станции. А еще я чувствую то, что я обосрался, и мне не хватит голода его, чтобы его притамить на обычном мясе. Нет, походу не хватит. Ну, не знаю. Да в пизду, давайте маленького грифона найдем. Забыл включить запись. В общем-то, вот, 20-й грифон, 0 голда. Давайте посмотрим, сколько он будет приручаться с обычного мяса, если произойдет такая же ситуация, как 110-м. Блять. Не, я не хочу ждать. Я бы подождал, но какой смысл? Не так будет нулевым. Тем более, сейчас уже вечер, мне вообще впадло что-либо делать. Ладно, давайте тогда отложим приручение грифона на завтра. Думаю, получится. Еще один 110-й грифон. Уже по счету третий, а если быть точнее, четвертый. Когда я тамил первого грифона, я уже подумал, ладно, подожду. Типа, да, будет нулевым, но это 110-й грифон. А по итогу он меня просто взял и пропал. Да, я отлетел за первосорткой, и он пропал. Потом я усыпил точно такого же, идентичного. Ну и потом повторилась такая же ситуация, только он приручился на 30%. Я решил усыпить уже 20-го. С ним была тоже такая же ситуация. Ну и сейчас уже второй день. Пытаюсь таймить грифона. Надеюсь, в этот раз все получится. Я еще нафармил 40 амберов. Купил 500 миксов. В 6 станции. Будем таймить он ли на киблах. Ну да, давайте вот хост для уверенности. Хочу еще раз посмотреть. И 8700. Ну да, в принципе, можно спать. Вот тебе еще стрела напоследок. И погнали реализовывать баг. Собственно, как я и говорил, настреливаешь больше половины оглушения, чтобы животное начало убегать. Оно, естественно, должно быть у тебя в ловушке, чтобы не убежало. Так, он уже начинает убегать, значит, осталось все. Все, 0 дротиков осталось. О, так. Так, короче, слетал за первосорткой. Немножечко добыл буквально для страховки. Так, даем бальзам этому гению. И закупаем миксы. Вот 40 амберов, за 40 амберов мы покупаем. 500 миксов. 3 кибла лазавра стоит 50. И вот мы можем купить 30 штук ровно. Посмотрел в додексе, в принципе, там нужно 34.
может даже меньшим. Так что, и давайте мясо, наверное, возьмем. Опять же, чисто для страховки, если вдруг реально не хватит. Так, голод заполняется медленно, уже около 30%, значит, голода хватит, да? И гибло, скорее всего, тоже хватит. Ну и отлично. Так, все, грифон приручился. Дай ламир. Давайте на нем покатаемся, посмотрим, что он вообще может. Ну, поехали. Як. Естественно, парение, наверное, это так называется, да? Что ж, довольно-таки неплохо, мне нравится его полет. Извините то, что еще получается, блять. Прошу прощения за то, что второй ролик подряд выходит таким коротким. Просто играть в ту игру желания нет. Снимать что-то тоже желания нет. И это, скорее всего, так произошло из-за того, что это обычное выживание. Я человек творческий, и делать вот такую хуйню мне уже как-то впадло, если честно. Хочется уже поскорее перейти на гайды, всякие приколдесные, так как там нужно реально мозг напрягать, а не тут просто зашел, вышел, поиграл, снял. Это вообще не мое, снимать летсплей. В общем-то, как-то так, да. Но, к сожалению, мы не можем закончить выживание досрочно, нам нужно выполнить все ачивки, найти все заметки, сходить хотя бы один раз в данж. Ну и, естественно, приручить титанозавра. В самом начале я начал выживание чисто ради приручения грифона. Теперь же моя задача приручить титанозавра. Это будет тяжело, это будет долго, это будет нудно, но тем не менее. В общем, как-то так, ребят. И опять же, извиняюсь, что ролик вышел таким коротким. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и помни, все только начинается. Сейчас грифона чуть не проебал.